Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение Советской Республики. Значит, у нас появился новый завод, который производит механические детали, мы немножечко подразобрались с логистикой, и люди стали ездить на больших автобусах, что, соответственно, немножечко уменьшило безработицу. Тем самым мы смогли себе позволить достроить новый дом, и это замечательно, и я думаю, что, возможно, сегодня мы сможем себе позволить еще и новый квартал, об этом, конечно же, подумаем. Ну а по плану у меня все-таки разобраться с железной дорогой, как минимум, ну а как максимум это, наконец-то, продать какие-нибудь механические детали. Погнали! Давайте начнем с хороших новостей. Во-первых, я между сериями все-таки добрался и немножечко деревьев посадил. В общем, где-то здесь, где-то тут. Это все будет расти наконец-то, и мы не будем на это тратить время при записи. Это замечательно. Также вторая хорошая новость, это то, что пропал наконец-то вот этот вот баг с этим черным лучом и вот с этой вот гребаной тенью, которая здесь постоянно появлялась. Это просто отлично. Я надеюсь, что мы больше этих багов не увидим. Что будем делать дальше? Ну, во-первых, я ответил сам на свой вопрос, каким образом можно делать самостоятельно железнодорожные пути. Давайте я вам об этом расскажу. Все оказалось намного проще, чем я думал. Строительная отрасль и железнодорожная строительная контора. Соответственно, мы должны ее построить таким образом, чтобы сюда подвозить ресурсы. Ресурсы мы можем подвозить с помощью машинок, как вы понимаете. Ну и, например, вот куда-то сюда мы могли бы ее организовать. Единственный вопрос, насколько здесь действительно нужны люди и не хватит ли здесь только поездов, которые мы можем, соответственно, здесь закупить, ну, какую-то дрезины там или что там было и повезти куда-нибудь. Я думаю, что как минимум я бы мог построить где-нибудь здесь подобную историю для того, чтобы уже посмотреть, что там необходимо. И есть ли у нас возможность все-таки какой-то строительный поезд использовать за электричество. Я, конечно, на это очень рассчитываю, но у меня есть определенные сомнения. Мне все-таки кажется, что нам придется первую часть рельсов строить за деньги, вот отсюда до сюда. Где-то здесь сделать заправочную станцию, как мы и хотели, и уже после этого начинать что-то строить. Ну, короче, посмотрим, не знаю, пока что непонятно, поэтому нужно как минимум вот эту вот штукенцию заказать, она стоит не очень дорого, и мы себе позволить ее можем. Что у нас дальше по плану? Дальше по плану на самом деле посмотреть, как у нас тут дела. Ну, тут отсутствуют ресурсы сталь почему-то. А почему здесь отсутствуют ресурсы сталь? Наверное, потому что я сюда машинку никакую не направил. Да и, кстати, здесь стали-то нету сейчас. Вот такие вот дела. Это, кстати, печально. Это очень, кстати, грустно. Давайте смотреть тогда на наши замечательные маршруты. А мне нужно понять, что у меня где происходит. Значит, здесь все хорошо. Здесь все относительно хорошо. Всего лишь два автобуса. Здесь новые автобусы. Так, вот здесь у меня старые автобусы. Давайте поймем, что это за маршрут. То есть ребята едут оттуда вот сюда. И это на самом деле то самое, что нам нужно сейчас решить по возможности. Хочу ли я сейчас делать новые дома вот здесь? Непонятно. И хочу ли я отсюда потом забирать людей? Слушайте, наверное, хочу, потому что людей катастрофически не хватает. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас сейчас по безработице. 78 человек всего. Это меня уже радует. И, соответственно, нам, наверное, бы приделать вот этот район. И после чего уже отсюда людей отправлять, соответственно, на работу вот сюда. Потому что здесь сейчас есть определенные проблемы. Конечно, вот эти автобусы надо по-любому менять. Мне нужно еще раз этот маршрут открыть, если вы не против, и попробовать все-таки это сделать. Так, не, погоди, что я делаю-то вообще? Это не тот маршрут, да? Я правильно же понимаю? Это автобусы новые. Вот, вот этот вот маршрут. Все нормально, да, должно быть. Давайте мы сейчас сюда будем убирать какие-то автобусы. Вот, например, вот этого господина нам нужно удалить. Вот этот господин пока пустой, мы тоже удаляем. Что-нибудь еще может быть? Вот этот. Так, у нас было 6 или 7 автобусов. Но я думаю, что в любом случае понадобится меньше, потому что влезает больше. И теперь нам надо, конечно же, скопировать. Значит, мы хотим что? Мы хотим несколько автобусов, по-любому, как минимум. Потому что без людей ничего не получится. Берем те же самые автобусы, наши любимые. Пока новых не завезли. Хотелось бы новые, конечно, но я думаю, что еще рановато, может быть. Потом что-то придет со временем, и у нас появится возможность, конечно же, этим воспользоваться. Делаем вот так и говорим, что, дружище, давай-ка отправляйся. Единственное, что, наверное, стоит и вот эти автобусы заменять. Блин, но они пока с людьми, и мне не очень хочется это делать. Поступило следующее предложение в комментариях, чтобы я сделал некое городское сообщение по автобусам, да, то есть вот здесь сделал какой-то маршрут, который будет людей перевозить из одной части города в другую. Но и, соответственно, около одной из остановок сделать пассажирский поезд, который будет отправлять людей на работу. Идея крутая. Идея крутая, вопросов нет, но есть другой вопрос. Как это реализовать? Потому что здесь уже будет очень сложно где-то сделать таким образом остановку для поезда, да, например,
чтобы они доходили туда, куда нам сейчас надо. То есть это почти нереально, это перестраивать придется очень много, чего я не хочу, конечно же. Но сама идея, да, действительно классная. То есть по-хорошему нам нужно будет делать какой-то пассажирский, соответственно, ну вы поняли, какую-то пассажирскую остановку, от которой будет несколько путей. Ну, либо там один путь с несколькими разветвлениями, не знаю, я, как говорил ранее, не очень умею ставить эти светофоры, семафоры. Соответственно, один едут сюда в поезд, один едет поезд сюда, везет сразу кучу народу, один там едет туда, ну и вы поняли, в общем, логику, но я не очень представляю, как это реализовать, то есть, если мы говорим про то, что вот здесь у нас уже есть остановка, которая до этого всего дотягивается, то построив пассажирскую платформу где-то здесь, я уже никуда просто не буду дотягиваться, например, вот до этих мест, и это будет достаточно грустно, хотя, может быть, и буду, но это только тут, а вот здесь, например, я дотянуться не смогу. Но по-хорошему действительно так и надо было делать. Надо было с самого начала продумывать, где у меня будет некий вокзал, да, самый главный. Намечать сразу рельсы, соответственно, намечать, как это все будет у меня расходиться, и это было бы единственным правильным решением в такой ситуации. Я посмотрел некоторые прохождения других ютуберов, у одного я нашел 147-ю серию прохождения, это достаточно жестко. Я, конечно, честно вам скажу, не буду столько проходить эту игру, но, тем не менее, я прикололся с этого. И посмотрел также прохождение одного господина, он очень круто играет, он делает очень крутые вещи. И единственный у меня вопрос, он играет на харде, то есть у него очень было мало денег, но он набирает гигантское количество кредитов и, соответственно, чуть ли не пол карты застраивает для того, чтобы потом эти кредиты отдать, и у него там сразу миллионы приходят. То есть там, грубо говоря, на пятую серию, там на шестую у него пришло там 30 миллионов денег, не знаю, там за то, что он построил. Круто, классно, я не знаю, мне не кажется, что это немножечко не так работает, на мой взгляд, конечно, сугубо, да, если бы я играл бы на сложном уровне, например, я бы закупал бы ресурсы, строил бы за эти ресурсы, соответственно, какие-то дома, заселял бы людей и пытался на этом заработать, может быть, как-то так, не знаю, может быть, я чего-то не понимаю, но он действительно крутые вещи делает, как минимум, мое почтение за то, что он делает охренительно крутые железные дороги со всеми вот этими соединениями правильными, со всеми семафорами, поезда не застревают, в общем, мне до этого очень далеко, и вообще, я не знаю, доберусь ли я когда-нибудь. Но если вообще оценить ситуацию, что касается денег, мы вот здесь как-то зависли на месте, вот здесь мы, понятно, за электричество набираем, и мне очень хочется каким-то образом вот эти дороги улучшать до асфальтовых. Я не представляю, как это делать сейчас, потому что здесь слишком много всего ездит, но мы понимаем, что очень сильно скорость увеличится, и это тоже могло бы помочь в целом. И что тут сделать? Делать какой-то второй мост для того, чтобы автобусы могли ездить временно, но есть второй мост, вот он, например, и мы можем пустить вот здесь вот их по альтернативному маршруту на время. То есть я сейчас прокладываю вот эту вот дорогу, и после чего мы начинаем улучшение вот этого за асфальт. В принципе, это нормальная тема, мне кажется, будем дольше ездить. Но зато в дальнейшем мы сможем, соответственно, быстрее путешествовать. Эту тему нужно продумать будет обязательно. Я подумаю сейчас, как это реализовать. Но, наверное, это реализовывается просто. Мы должны сейчас вот это доделать, потом вот эту вот часть, и уже тогда поедем здесь делать асфальт. Мне еще интересно, а сколько вот здесь мест для погрузки? А, то есть тут есть еще место под одну машинку. Ну, давайте тогда машинку закажем. Я, конечно, мог бы это все делать через распределительную контору, я понимаю, это прекрасно, но я не буду этого делать так, я лучше один крытый грузовичок возьму сейчас и скажу ему, что, дружище, давай-ка мы там с тобой что-нибудь организуем, какой-нибудь маршрутец, то есть, например, ты поедешь вот сюда, ты поедешь потом вот сюда, здесь только единственное, что, наверное, ждать загрузку, здесь ждать выгрузку, чтобы он 30 раз туда-сюда не катался, ну и, конечно же, мы будем загружать с тобой, ага, прикольно загрузили, погоди, это не тот автомобиль, нам нужен под сталь. Все, поехал, давай, дружище, вози, что-то будем делать, народ, надеюсь, сейчас приедет какой-нибудь, отсутствует сталь, мы, в принципе, в курсе, это замечательно, ну, в скобочках нет, конечно же, но в целом решаемый вопрос, стали здесь достаточно для строительства, я считаю, здесь вообще можно не париться, что-то здесь привозим, что-то увозим, что-то работает, в общем, но на самом деле здесь, знаете, такой вот общий бы поезд, да, который бы лишнюю кучу всего забирал и увозил бы к хреновой матери это на границу. Было бы прикольно, не знаю, как это можно осуществить. Да нет, осуществить это реально как бы можно, но достаточно сложно будет. И мне так хочется ураном заняться, я прям не могу, но пока что мы не можем себе этого позволить. Моя цель сейчас следующая. Я хочу получить все ресурсы от начала до конца, чтобы мы могли строить даже там электростанции, всякую такую лабудистику. То есть нам нужна электроника и нам нужна история, соответственно, с электродеталями. Электродетали, по большому счету, можно заказывать уже сейчас. Пластик, сталь, химикаты. Вот стали, кстати, надо будет еще. Делать надо где-то здесь. То есть вопрос у меня, как лучше это сделать? Я могу, в принципе, делать это куда-то вот сюда,
да, либо, ну, вот там вот так повернуть, например, либо, я не знаю, как-то еще повернуть, либо вот сюда приделать и опять переносить эти гребаные электростолбы, чего мне очень не хочется. Но вот здесь, в принципе, я думаю, мы дойдем, да, потому что остановка недалеко. Если бы вот здесь ставили, то уж точно доходили бы. Поэтому, наверное, самый логичный вариант это построить как-то вот так, может быть. Здесь подсоединиться, и все будет хорошо. Надо заказывать, понимаете, вот в чем проблема, потому что это все время, как бы, главный ресурс. Блин, а как мне здесь-то сейчас? Я вот этот кусок снесу, они мне начнут говорить, что они проехать не могут, да? Ну-ка. Да, видите, я здесь не могу снести сейчас толком. Так, они вроде разъехались. Нет, но все равно кто-то слишком близко. Но они сейчас вот проедут по такому косячному перекрестку. И хрена ты его теперь снесешь. Ну и ладно, не снесу так не снесу. Построю за бабки. Значит, вот здесь я сделаю вот так. Давай за доллары немножечко потратимся. И мы приделаем тогда это сюда. Я думаю, что вот этой распределительной конторой мы в том числе подцепимся. У нас тут есть еще место. Я думаю, как раз на пару машин для того, чтобы она развозила нам пластик, сталь и чё? И химикаты получается, да? Для химикатов там другая машинка нужна. Ну, ничего страшного, это уже не проблема. Сейчас главное построить, как говорится, да? А потом уже посмотрим. Значит, если мы приделываем вот сюда... Блин, может быть, мне лучше сделать вот сюда, чтобы перестраховаться насчет того, что люди будут доходить. Ну, то есть тротуар у нас будет, да? Вот здесь сбоку подключаться. Соответственно, дорогу мы здесь подключим, это не проблема. Мне кажется, что идея хорошая. Давайте так и поступим. А можно сетку, пожалуйста, в студию? Благодарю, сетка мне вообще не помогла никаким образом, но я думаю, что мы сейчас попадем. Так, слушайте, я, короче, устал здесь вымерять, все нормально будет и так. Поехали сюда, гравийную дорогу за ресурсы. Мне говорят, почему ты колесиком-то не пользуешься? Слушайте, а может быть и действительно надо пользоваться? Я только не очень понимаю, как это работает. Типа, вот и что я покрутил. А, ну вот, теперь я выкручиваю, и мне показывают поворот. Тут вопрос в том, что я это делаю для того, чтобы более ровная дорога была. То есть, если я делаю вот так и вот так, она получается намного ровнее, чем если бы я крутил колесиком. В общем, такая вот история какая-то. Так что уж не обессудьте. Значит, что нам здесь еще надо? Здесь надо небольшой тротуарчик проложить. Получается вот сюда, и мы будем доходить до остановки. Замечательно. Людей надо тьму. Я думаю, что сейчас мы приступим к строительству нового квартала с высоткой. Хотелось бы, конечно, супер высотку тоже построить, но давайте сейчас торопиться не будем. Давайте все-таки сделаем так, чтобы вот это как минимум работало. О, мы улучшили дорогу. Ну-ка, погоди, давай тогда улучшать дальше. Мы сейчас здесь вас пустим по другой стороне. Здесь надо очень много гравия, но зато здесь одним целым куском, а не вот эта вот фигня. Все, поехали улучшаться. Классно, здорово. Слушайте, а вот здесь я нажму за рубли, и можно вот это вот сделаю, пожалуйста? Я просто не могу на это больше смотреть. Они еле ездят по вот этой вот фигне. Здесь что-то надо сделать? Нет, здесь все хорошо. Ну и, короче, теперь у нас есть вот такое вот соединение отсюда, и то есть мы можем вот эти вот дороги улучшать за асфальт, и вот эти вот дороги улучшать за асфальт, да? То есть, блин, а вот здесь опять же проблемно с этими полями. Печально, кстати, печально. Придется, может быть, денег потратить, но ничего страшного, их не так много. Как у нас тут дела, расскажите мне. Но здесь дела нормально, что-то строится, не так много ресурсов осталось, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Я вот даже не знаю, может быть, все-таки не стоит добавлять сюда машинку, которая будет заниматься у нас развозом ресурсов, а лучше максимум бахнуть здесь таких полиславов, которые мне весь урожай соберут, потому что, помните, сезон как бы прошел, зимой мы не успели с вами наполнить вот эти вот хранилища, и тем самым, соответственно, мы не смогли... с вами... Блин, погодите, да, мы не смогли с вами производить. Знаете, что здесь косяк-то какой? У меня там с топливом беда. Ну, точнее, не беда, там надо просто завозить топливо для погрузчиков на вторую эту штуку, а я что-то про это забыл. Может быть, маленькое что-нибудь возьмем? Антилопа, 9, так, 7, скорость 62, 80. 85, угу. 85 за 3700, слушайте, мне нравится. Давайте возьмем маленькую, она просто будет кататься как бы туда-сюда. Сюда нам надо, и вот сюда нам надо. Так, здесь, погоди, дружище, вот это вот давай, и вот здесь вот это, соответственно, все, погнал. Ну, короче, я говорю о том, что, наверное, нам надо просто с вами делать еще одну такую штуку, может быть, просто не такого размера, а поменьше, и говорить, что ты будешь вот сюда вот это все подвозить, там, со склада, не знаю, откуда ты еще. Идея, в принципе, неплохая. Что нам вообще еще понадобится? Нам понадобится только завод электроники, да, вот этот вот завод. Блин, а что-то я не продумал, как его приделать. Ну, смотрите, давайте так, если адекватно. Остановка не очень далеко. В принципе, они до сюда должны доходить. То есть, если я... Блин, я даже посмотреть его не могу. Если я поставлю вот сюда куда-то, да, то, в принципе, у меня может получиться. Наверное, надо было делать по-другому. Может быть, переделать сейчас. Я вот о чем думаю. То есть, снести все-таки вот эту вот линию электропередач еще разочек. Перенести ее, а вот эти два дома немножечко повернуть.
Слушайте, да, наверное, так надо делать, потому что я иначе потом просто не влезу. Давайте мы сделаем вот таким вот образом. Вот это пока что можно, наверное, удалить. Я не знаю, сейчас машинки не затупят, я очень на это надеюсь, потому что вот этот тупняк, что они, когда ты удаляешь стройку, начинают непонятно чем заниматься, мне не очень нравится, если честно. Эта линия в очередной раз уходит от нас, ну такое бывает. Давайте мы так поступим. Мы сейчас должны здесь сделать следующее. Надо переделать как-то вот этот тротуар. Вот это я по-другому не подведу. То есть мне по-хорошему надо вывести какую-то дорогу, которая мне поможет сделать следующее. То есть, возможно, как-то так, да, например. Соответственно, нет, только не за рубли, давай. А, соответственно, дальше у нас пойдет еще разочек вот это вот здание. Где оно тут? Вот это. И оно пойдет у нас вот так. И я думаю, что мы к верхнему тротуару подцепимся, и это не очень далеко. Да? Вроде да. И... здесь, с этой стороны, можно построить второй завод. Короче, блин, тут видите, в чем проблема? Я не уверен, что я дотянусь, но я должен дотягиваться, по-любому. Как ни крути, мне надо дотянуться. Тут, в принципе, без вариантов. Я думаю, что вот такой вариант будет даже более удобен. Одно сюда, и, соответственно, к нам люди придут, мы сможем здесь поработать. Но давайте я начну вот с этой вот стороны. На самом деле, это такой вопрос, самый главный, дотянется ли отсюда. Если не дотянется, будет достаточно печально. Но я думаю, что мы сможем подвести, в принципе, людей, чего мне очень бы не хотелось. Блин, дайте-ка я еще чуть-чуть подумаю. Да не, слушайте, все правильно. Тут просто вопрос в том, что я, наверное, должен вот сюда поближе это поставить. Я сейчас там протяну как-нибудь линию, не буду париться по этому поводу. Гребанное здание не хочет ровно становиться. Ну давай, пожалуйста. Блин, и здесь еще подцепляется по-ублюдски. Но вот как это работает, я не понимаю. Эти перекрестки, эта гребанная сетка меня прямо расстраивает. Ну давай, пожалуйста, мы с тобой как-то соединимся. Ну вот смотрите, вот, например, у нас будет здание одно вот так. Да, где-то здесь. Можно даже криво поставить дорогу, хрен ты с ней. И одно вот сюда, прямо рядом. С надеждой на то, что мы можем как бы туда подцепиться людьми. Но я думаю, что буду ставить даже криво. Но сейчас максимально подведу вправо, чтобы место сэкономить. Видите, тут просто в какой-то момент у меня блочат. Вот, соответственно, вот сюда мы делаем. Отлично. Здесь тротуар теперь прокладываем. Немножко кривовато здесь будет все стоять, но я не буду париться уже сейчас. Значит, тротуар у нас прокладывается вот так. Вот сюда. И вот сюда. Ну, я думаю, что расстояние достаточно короткое для того, чтобы успеть его пройти. Все, теперь точно подтверждаем, можно начинать. И погодите-ка, единственное, что я забыл, так это вернуть линию электропередач. Блин, а сейчас нельзя проверить, да, наверное? Ну да, сейчас нельзя проверить. Да доходят, вон, смотрите, вот до сюда доходят, видите, вот здесь. И вот до сюда точно дойдут, по тротуарчикам, по нормальным. Здесь два дома будет, короче, решим вопрос. Но на самом деле я рассчитываю просто на то, что все-таки у того здания есть тоже нормальное соединение с тротуаром, с этой стороны где-то. Ну там, ладно, дорогу мы куда-то с другой стороны подведем, я уже не буду насчет этого переживать. Окей, хорошо, мы тут перевозим химикаты. Что у нас по химикатам? У нас появляется урожай, да, я так понимаю? Нет, ни хрена не появляется. Здесь просто он был, потому что химикаты заполнились на складе. Но вот урожай скоро подъедет, я думаю, что мы в этот раз соберем побольше. Дорога начинает строиться, что у меня тут? Я все хочу вот на эту историю посмотреть, но мы никак не вывозим. Блин, надо ли мне делать дополнительные... Оу-оу-оу, полегче. Дополнительные строительные конторы. Я думаю, что пока не надо, посмотрите на это. Слушайте, знаете, что я хотел? Я, короче, хотел на самом деле посмотреть в экономике, могу ли я как-то увидеть свою прибыль. Суммарно плюс 15 тысяч сегодня, да? За сегодня конечная дата, да. Вот сегодня мы что-то с вами продали за рубли и, соответственно, получили с этого бабло. Ну, нормальная тема, нормальная тема. Вот здесь люди какие-то появились, хорошо. Что еще здесь нам показано? Советские страны, иностранная рабочая сила, бла-бла-бла, техники, ресурсов. Так, ресурсов импортировано. Вот, 27, на 27 тысяч, смотрите, еще прибавляется, видите? То есть мы что-то продаем, да? Это за рубли. А, или это электроэнергия еще просто работает. Ну вот я вижу, сейчас побежала вверх, посмотрите. Ну мы что-то продали, какую-то партию. Ну нормальная тема, значит все-таки бабосики приходят, хоть небольшие. То есть мы как бы держимся на плаву. Это меня радует. Меня вот не радует единственное, что почему как так медленно насыпаем гребаный гравий в гребаные машины. Я вообще не понимаю, почему ты здесь стоишь. Да ладно, чего выпендриваюсь, я просто заказывал, как всегда, по классике, куча всяких разных заводов. Погоди, а где я здесь дорогу подсоединил, расскажите мне? Вот здесь, да? Да, все нормально, я что-то забыл, думал, дорогу не сделал, и было бы печально. Может быть, второй такой склад потом организуем здесь рядышком, будет удобно. Будем все это дело как-то хранить. Ну, в общем, с помощью вот такой штуки будем разбираться, это инфа 100%, то есть, возможно, я даже большую здесь сделаю, и просто дам ей кучу всяких задач. То есть, возить там со склад, на склад вот эту вот историю, со склада возить сюда, там, да, и будет удобно, на самом деле, тем более, вроде как, для большинства из этих ресурсов нужны крытые грузовики, это будет вообще классно. Вот, а что у нас тут? А, это поздно посадили, я думал, что-то не работает. Значит, если что-то за доллары продавать. Ну, в принципе, как бы не очень далеко относительно, да, но вот такой вот путь надо проделать.
Я не знаю, я не знаю. У нас тут просто еда будет скоро копиться и алкоголь. И надо с этим что-то будет делать, потому что еды уже как бы на секундочку 125 тонн, и склад как бы заполняется. Поэтому, возможно, здесь стоит продумать историю с отдельной такой штукой для продажи вот этой вот всего. Подумаем сейчас. Пока что склад не заполнен, но такую штуку надо заранее заказывать, в принципе, да, тогда? Потому что, как вы понимаете, строится все не быстро. Да, и здесь дорога даже строится не быстро, к сожалению. Ну ладно, я надеюсь, они справятся. Мне все равно почему-то кажется, что игре необходимо ввести какую-то историю с приоритетом на строительство, да? То есть, ну вот какую-то кнопку, что строить сейчас вот это важнее, да, например. Это было бы удобно, то есть, и либо расставить места, то есть там от 1 до 10, которые нужно строить. То есть первый дом, второй дом, третий дом, да, и вот так вот поставил, и машинки занимаются конкретным делом. Вот, это было бы классно. Но не знаю, насколько возможно это реализовать. Вообще, на самом деле, например, тот же самый искусственный интеллект, который ходит здесь на работу, ведет себя тоже достаточно странно, это уже отдельная тема для разговоров. Возможно, это тоже не очень-то легко все сделать. Я не разбираюсь в этом программировании, поэтому не буду здесь говорить, что что-то плохо. Нет, все работает как бы, но работает достаточно странно. То есть люди себя непонятно как-то ведут иногда. Они приходят, то есть смотрите, история какая. Они приезжают на автобусе на работу, а отсюда просто телепортируются. То есть по факту их никто не везет обратно. Как дальше они себя ведут? Ну, наверное, они идут там развлекаться, еще что-то делать. То есть непонятно, короче, что они делают потом, как бы едут ли они на ту же работу или едут на новую. То есть мне кажется, было бы классно, чтобы каждый человек был привязан к своему месту работы, пока он там, грубо говоря, не умрет. Так, давайте-ка посмотрим. Здесь людей непредельное количество. Я просто обнаружил, что у меня почему-то появилось 240 безработных. И это странно. Ну-ка, покажи мне. Ох ты, нихрена себе. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот они забирают автобус. Раз. Вот забирают два. И вот забирают, походу, три, да? И что здесь остается? Вот приезжает следующий, он забирает еще пачку, и здесь почти ничего не остается, а еще два автобуса приезжают. Вот такая вот фигня. А вот здесь, кстати, народу дохренища. Ну-ка, погоди. Дай-ка мне еще один автобус, мы сейчас на работу будем ребят устраивать. Я два возьму, чтобы у меня он здесь уже был, типа, я мог бы придумать что-то с этим. Так, давайте-ка отвезем отсюда, например, да? И вот сюда, наверное, пока что, потому что мне надо, чтобы здесь производилась сталь сейчас нормальной скоростью, так как ресурс-то здесь есть. И вон, смотрите, здесь уже механические детали есть. Блин, видите, как очень медленно по заводскому соединению это все отправляется на склад, и оно еще не подключено к источнику энергии. Интересный расклад, а как это так получилось? Погоди, у меня вот здесь есть соединение? Нет, здесь соединения нету, здесь идет, заканчивается, потом едет вот сюда. Что можем сделать? Ну, походу, можем поставить здесь еще один распределительный пункт для энергии. О, вот это интересная штука. Сейчас мы сюда глянем. Подождите секундочку. Так, значит, откуда нам подцепиться? Да, в принципе, пофигу. Давайте сейчас главное это сделаем. Я, конечно же, за доллары построю это здание, которое вообще не хотелось бы мне строить еще одно. Придется куда-то сюда подводить. Я не знаю, здесь непонятно, где мне это надо. Я думаю, что поближе вот сюда сделаем. А, кстати, еще, может быть, вот это не подсоединилось к электроэнергии, поэтому можно бахнуть здесь. Я хотел сказать о том, что вот это вот очень медленно соединение работает само по себе без погрузчиков. Это достаточно грустная история и печальная. А если я погрузчики сюда захочу сделать? Да не, вряд ли я захочу. Это все само будет работать. Значит, здесь нам нужно еще распределительный пункт где-то сделать. Давайте мы вот это вот, наверное, бахнем вот так вот. Я его сюда, с вашего позволения, за баксы построю. И, соответственно, все подведу. Все, работаем, да, все пошло. Мощность, напряжение, все есть. Так, смотрим, на склад ничего не идет почему-то. Хотя стали здесь максимум. Точнее, механических деталей. Вопрос, с хрена ли? С хрена ли так происходит? Не подскажете ли вы мне? Не понимаю, вы хотите мне сказать, что мне сюда приделывать эту штуку? Там же работало. Или не работало. Ну, странно вообще, что здесь какие-то детали появились, а теперь они не идут. Ладно, понаблюдаем пока что. Давайте посмотрим более подробно вот на эту историю. Значит, у нас здесь есть транспортное средство. За рубли, например. Вот дрезина, да, та же самая. Вот он, рельсоукладчик. Еще один. То есть заменяет 10 работников, заменяет 70 работников. Нахрен здесь вообще работники, непонятно, да? Техника. Что еще за техника? Есть какая-то другая техника? Нет, никакой другой нету. Нам нужно отсюда брать ресурсы. Вот нам нужны как раз электродетали для того, чтобы делать с электричеством. Ну вы поняли, столбы с электричеством. Короче, чтобы у нас была электрифицированная железная дорога. Но нам нужно заправлять. Нам нужно заправляться. И давайте тогда подумаем насчет этого. Значит, заправочная станция для поездов. Где она вообще присутствует? Мы должны ее увидеть где-то... Тут, наверное, вот она, железнодорожная заправочная станция. Работает она вот таким вот незамысловатым образом. Топливо у нас есть вот здесь. И тут, соответственно, вопрос, какого хрена с этим сделать? Но я, помнится, хотел вот отсюда подключиться, да? Или что у меня здесь получается? Вот, так, и...
Блин, я не понимаю. Погоди, еще раз, давай смотреть. Вот у меня вот эта штука. А, так это вход. Это вход, а не нужен выход. А как так получилось? Почему я сделал с тремя... А, все правильно, мне надо было три входа и один выход вот сюда. Да, в принципе, все логично, не буду здесь выпендриваться. Вот, и нам нужно ее куда-то вот сюда, получается, приделывать, да? Чтобы они могли заправиться, будет ли это удобно? Либо делать ее куда-то вот сюда. Ну тогда что делать здесь, непонятно. Потому что здесь есть место для подключения, а там его нет. Ну, короче, слушайте, давайте делать. Я хочу, потому что это сделать. Я сейчас снесу, да, я понимаю. Некрасиво получается, но здесь только за деньги пока что. Мы не можем строить рельсы, пока у нас нет человечков, которые это сделают. Делать ли вот так вот тогда? Ну, наверное, делать. Я не уверен, что я делаю правильно, так что вы уж опять же извините, я стараюсь разобраться. Значит, вход здесь снизу, он будет оттуда через насос, да? То есть логично. Все, здесь возвращаем спокойно, спокойно. Нам нужны рельсы. Здесь возвращаем вот эту вот штуку. Здесь возвращаем вот эту вот штуку. Строим. Тратим какое-то количество долларов. Какое? 15 тысяч. Ну, терпимо, на самом деле. Ничего страшного. Так, и мне нужен еще насосик один, если можно. Вот такой, наверное. Совершенно без разницы какой, давайте будем честны. Вот такой, например, мне тоже устроил бы. И вот здесь мы подсоединяемся. Ну, мы в любом случае здесь подсоединяемся. Можно поставить как бы вот так. Ну, я не знаю, посмотрим, сколько топлива они жрут. Конечно, у меня там уже баки поднаполнились, и мы это прекрасно понимаем. Все, то есть мы как бы теперь будем, соответственно, заполнять эту всю историю топливом. Да, вот оно пошло. Тихо. Тихо, 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 тихо. Что происходит? Мне не нужно никаких автозакупок. Что ты делаешь? Не надо. Здание не подключено к источнику энергии, да? Так, отсюда мы выкачали. Это замечательно. Не подключено к источнику энергии. Вы что, прикалываетесь, что ли, надо мной? А как у меня тогда здесь все работает? Вот же вам электричество. А, я правильно, я подцепил просто напрямую, но здесь нет как таковой подстанции, поэтому понятное дело. Ну и что, скажешь? А, не подключено к источнику энергии. Да? Ты что, серьезно? А почему? Здание не подключено. Чего? Напряжение есть. Ну и чего, я здесь что-то не соединил, что ли? Ну-ка, дайте проверю. Не знаю, игра что-то багуется. Все здесь подключено, вот вам 150 тонн топлива. Ну отлично, и что дальше мы будем с этим делать? Ну мы знаем, что сюда нужно доставлять, как бы, да? Ну, нам надо вот такие делать, электродетали. Я не хочу за топливо возить, ну, точнее, на топливе, чтобы у меня катались паровозики. Это будет очень печально. Я хочу продавать, поэтому нам нужно электродетали замутить. И тогда уже поедем, как говорится, да? Поэтому мы пока что откладываем эту контору немножечко на потом. Здесь подсоединяемся с помощью денег за электрифицированный. Хотя можно здесь будет первый проложить, просто посмотреть. И потом уже думать, что дальше. То есть, если мы поедем все-таки забирать с вами какую-то нефть, а, наверное, это стоило бы сделать, было бы классно, в общем, куда-то туда приехать. Делаться. Либо здесь у нас еще вариант следующий, то есть подцепиться как-то вот так, вот сюда. Я не знаю, получится ли это сделать. Ну, короче, суть в чем. Вот сюда подцепляемся, потом отсюда едем вот к этому складу, как мы и хотели, и отправляем эти ресурсы, соответственно, на границу. Я думаю, что тоже идея хорошая. Что с ресурсами? Ресурсы вроде идут очень медленно. Я не знаю, от чего это зависит. В принципе, склад уже заполнен, они вообще должны идти, но почему-то не хотят. И к электроэнергии мы, в принципе, подключены. Слушайте, ну они меня достали, и я теперь единственное, что не могу подсоединиться сюда вот этой вот штукой. Это я такую ошибку сделал. Надо было так делать, да? Согласитесь, это было бы удобно. Давайте протестируем, поместится ли сюда вот эта штука. Было бы классно, но я сомневаюсь. Да, прикиньте, она не помещается. Боже, как я ошибся. Как я ошибся, а что делать теперь? Вот это сносить? А что с этим делать? Продавать? Блин, это печально. Это очень грустно, походу надо переделывать. Я буду, походу, сносить. Это невозможно так будет, это очень долго. Я просто не понимаю, почему так долго, если честно. Я не знаю, давайте немножечко понаблюдаем. Вы мне, может, что-то еще подскажете по этому поводу. Потому что так быть не должно. Я здесь немножечко подснес вот эту электроэнергию. Но это не проблема, мы сейчас вернем. Нам нужно, чтобы прямо плотненько там делалось. Прямо вот, я вам скажу, прямо нормально. Ну вот вам, пожалуйста, кстати, все собирается. А вот эти что-то не ездят. И что это у нас такое, ребятки? Может быть, выгрузку вам прожать? Тогда поедете? Ну да, слушайте. Здесь я что-то не проверил эту историю. Давайте нажмем. Так, отлично. Все получили задачу. Замечательно. Погнали тогда, получается. Блин, да, что-то я расстроился, получается. 94.05 осталось на месте, и все, ничего не происходит. Стали нету, кстати. Народу нету, потому что. Так, давайте проверять, что мы построили, что нет. Здесь склад есть, а здесь строительство идет. То есть, в принципе, у нас осталось из строек вот это. И у нас осталось из строек еще что-то. Да нет, ничего не осталось. Все построено. То есть, по-хорошему, я, наверное, начал бы вот это делать. Ну-ка, подожди.
250 человек все равно безработных, и я ни хрена не понимаю, зачем вы безработные, ребята, 149 человек здесь. Зацепиться еще отсюда вот как раз одним автобусом, давайте попробуем. У меня тут наворочено маршрутов такое количество, что уже как бы хрена разберешь. Туда везти я не хочу, давайте пока вот сюда везти, потому что тут у меня какие-то сложности. Но это не меняет истории того, что нам нужно будет этот райончик с вами построить, а деревья я здесь заранее посажу, как вы уже поняли, пускай растут пока что. У нас, в принципе, почти все озеленено, осталось там, может быть, какие-то маленькие части города, но это в целом несущественно, как бы, да, там уже добьем, как говорится. У нас еще есть вот здесь свободное место, тоже надо подумать, что делать. Мне кажется, что теперь нужно немножечко в другую сторону города двинуться, потому что там у нас есть места для того, чтобы сделать рядом с остановкой дополнительные, соответственно, дома, которые именно на конкретную остановку людей будут посылать, и мы будем их забирать. Почему берутся вот эти безработные, мне, если честно, непонятно. Это такой вопрос, как бы, на который, наверное, не будет ответа, и это все из разряда того, что действительно искусственный интеллект странно работает. То есть, мне кажется, невозможно просто никаким образом сделать так, чтобы у тебя все люди были с работой. Это нереально никак сделать. То есть, вот 130 человек, видите? Они типа как будто увольняются и потом идут снова на работу. То есть, работает это вообще через одно место, и так не должно быть, конечно. Не знаю, может быть, что-то поправится в этом плане, возможно, нет. У меня нет точного ответа. У меня есть точный ответ насчет того, что нам нужно здесь прокладывать каким-то образом асфальтовые дороги. И надо начать прямо сейчас, мне кажется, потому что, ну, нельзя тянуть. Давайте протянем вот такую вот здесь. Здесь как раз нет лишних перекрестков, это будет все делаться одной вот такой вот дорогой. Просто непонятно, приделывать ли мне сейчас этот район. Я, в принципе, и построить его хочу, но не могу по-хорошему, да, потому что незачем. Но тогда на этой остановке будет много людей, и мы сможем отсюда забрать, потому что сюда автобусов не очень много приезжает. Тоже как вариант. Ну, давайте, наверное, блин, я не знаю. Да нет, давайте, наверное, закончим вот с этим вот, да, с домом, потому что он достаточно важный. И потом уже посмотрим. И здесь, получается, мы сейчас... Блин, я проложил гребаную дорогу за гребаные деньги. Красавчик. Надо вот это просто нажать. Я все время забываю про это. Ну да ладно, зато я себе немножечко облегчил работу. Придется здесь теперь за ресурсы прокладывать. Давайте сделаем. Ну такое бывает уж, извините. Начнем вот отсюда, наверное. Хотя можно, в принципе, вот так сделать. Здесь два отрезка достаточно больших, которые нахрен тоже не прокладываются большими отрезками, да? Ну да, вот видите, почему-то здесь стопится, непонятно почему. Блин, я хотел бы очень сильно, чтобы это исправили. И во-вторых, зачем я делаю вот такую вот дорогу? Я такую здесь сделал? Ну, походу, такую. Блин, а как отменить стройку? Круто, круто здесь стройка отменяется. Она сносит еще и предыдущую дорогу. Просто обожаю эту игру в этом плане. Не знаю, меня прям бесит, если честно. Ну, понятно, но я накосячил, допустим, как бы. Вопросов никаких нету, но типа, блин, ребят, ну, пожалуйста, можно как бы отменить просто стройку, а старую дорогу оставить? Давай, строй за контору. Пофигу, здесь не будут автобусы пока есть, будут там кататься. Ну, вот эта дорога мне как бы не особо здесь нужна. Ну, понятно, потом может пригодиться, я ее подцеплю. Но явно не вот таким вот образом. То, что здесь игра нам сгенерировала. Блин, я, короче, нет, не буду все-таки нажимать, как и говорил. Подожду я еще чуть-чуть, проверю свои предприятия. Народу здесь много и не надо было, как оказывается. Здесь народу не хватает. Что здесь получается? Здесь 111 уже единиц. То есть все-таки идет, но очень медленно перестраивать. Ой, не знаю, не знаю. Надо здесь сначала иметь хорошее количество стали для того, чтобы что-то перестраивать, а потом уже как бы поговорим. Слушайте, ну вообще еще так из доставок людей, да, например, здесь есть канатная дорога, я как бы вообще не представляю, каким образом это должно выглядеть. Разгрузка, погрузка, большая станция канатной дороги, маленькая станция канатной дороги, то есть сюда приходят, как я понимаю, люди, да, то есть вот так это как-то работает. Ну, точнее, не приходят люди, это тротуар, да, подсоединиться с тротуаром, то есть, соответственно, вот справа мы видим подключение канатной дороги, и ведем, и люди катаются на этих, короче, машинках, да, ну, вы поняли, в этих капсулах, которые летают над землей и над водой, скорее всего. Прикольная как бы тема, конечно, но я не знаю. Это как минимум разгружает историю. Посмотрите, вот это вот с автобусами. Просто это дичка уже, да, и здесь люди начинают кататься в непонятном количестве. Единственное, что вот здесь надо все-таки за доллары построить вот этот участок, потому что по-другому у нас не получится. Здесь нереально как-то улучшить. Но вот это, я думаю, мы построим в ближайшем будущем. Торопиться не будем, как бы ничего страшного. Немножечко пообъезжают. Но, тем не менее, создается здесь небольшая пробка. Конечно, неприятно, но это временно. Блин, у меня опять что-то с электроэнергией. Как меня раздражает эта история. Я не понимаю, зачем вы это делаете. Пожалуйста, привезите просто тупо людей. Давайте работать. Пожалуйста. Идите сюда быстро. Вот, 20 человек. Все, энергия есть. Просто здесь что-то у меня вообще все тормознуло. И машинки не ездят. Я не очень понимаю. Я все поля подсоединил вообще к этой штуке? Или чего? Ну да. А здесь что у нас? А здесь ни хрена нет. Ну, так и что? Погоди, давай проверять. Я вижу, что... Здесь есть, да, наверное? Что-то не работает, ребятки, что-то я не пойму. Это все добавлено у меня. Ну,
Так, вот это не добавлено. Ну, допустим, загрузка на поле, да? Не выгрузка. Погоди, неправильно я сделал. Я понял, что моя ошибка здесь была. Здесь надо, смотрите, что делать. Среднее поле, еще среднее поле, большое поле. Выгрузка только здесь, а вот здесь загрузка. Все, сорян, мой косяк. Не, слушайте, ни хрена не мой косяк. А что не собираем-то? Что не собираем? Что неправильно нажато? Я сейчас опять весь урожай потеряю, уже август. Ну, загрузка. Типа, тебе надо вот это прожать, реально? То есть, вот так вот ты хочешь? А какие у тебя тут варианты еще? Почему ноль-то стоит? Так, еще раз, все здания отгрузки. Что это значит? Все здания отгрузки. Так это работает? Я просто не понять не могу. Они ни хрена никуда не едут. Что тебе нужно нажать, сволочь ты такая? Едьте, вы вроде начали, но что-то начали нормально, а закончили за упокой, как всегда. Ну, выгрузка у нас должна быть в совхозе. И хрен ли вы не выгружаете? Давайте посмотрим. Заполнение склада 90. Как-то странно это работает, если честно. Заполнение склада на 90. Зачем мне эти заполнения? Просто тупо везите. И мне кажется, что это плохая была затея вообще. Либо я что-то просто не понял. Они ни хрена не возят, это не работает. Блин, ну короче, рассказывайте мне в комментариях, что с этим делать. Я понятия не имею. Меня просто сейчас потеряю опять весь урожай. Что у нас? О, у нас исследование завершилось. Слушайте, а это отличный повод для того, чтобы новую стройку затеять. Потому что мы с вами, как вы помните, хотели электронику. Давайте мы сейчас ее затеем, как минимум, да? Сборочный цех. Слушайте, а нормально, мне кажется, да? Вот так вот можно подцепиться. И дорога у нас будет. То есть слева, ну и пофигу. Нормальная тема. Так, давай без тротуаров. Я сейчас как можно ближе опять же подвину сюда. Соответственно, здесь тротуарчик. Здесь я не прожал, что это постройка за ресурсы, конечно же. Блин, и она начала строиться. Отменить строительство, дядя. Подключить. Вот так вот. Блин, вот это косяк. Вот это косяк. Я потратил какие-то доллары. Немножко потратил, но, к сожалению, такое бывает. Я очень расстроился из-за полей. Я не знаю, что с этим делать, если честно. Пишите мне обязательно, потому что я сейчас потеряю опять горы просто урожая, который мне нужен для производства алкоголя, еды. Не знаю, что я не так настраиваю. В принципе, вроде все прожато. Что там можно еще нажимать, я не понимаю. Блин, ребят, ну что у вас происходит? Ну здесь куча урожая. Походу, я сейчас куплю временно вот эти машины. Я просто не знаю, что с этим делать. Вот, извиняюсь, конечно, я, может быть, туповат немножечко, но по факту я не понимаю, что надо сделать, вот правда. Давайте, ребята, едьте, хотя бы какой-то урожай соберите. Мы сейчас все потеряем. Объясняйте мне, короче, что я не так делаю, непонятия не имею. Потому что, смотрите, загрузка стоит, выгрузка, соответственно, стоит в совхозе. В чем проблема, в принципе, непонятно, да? То есть, почему это так работает? Что я не так сделал? Зима близко, невозможно сажать. Да это классно, да, мы с тобой сейчас потеряем весь урожай, который сделали. Вообще, тема-то должна работать нормально, но что-то она с фигней какой-то страдает. Или погоди, или им надо везти прямо вот сюда? Ну-ка, стой, погоди, мне кажется, я понял. Ну-ка, давай-ка вот так. Я, получается, должен сделать что? Блин, а знаете тогда, у меня теряется смысл вот в этом. Ну-ка, погоди, давай сейчас проверим. Вот это удаляем. И вот это добавляем, да, получается? Вот так, вот так. Да? Ну-ка смотрим. Где у нас тут появилась загрузка? Липецк элеватор. Нет, выгрузка. Загрузки никакой не надо. Выгрузка. Вот так. Ну, понятно, что выгружать, да? Ну и чё, поедете? Нет? Вот, теперь они, слушайте, поехали, прикиньте. Блин, вот такая вот фигня. То есть, знаете, в чем косяк? В том, что мне не надо было делать вот этих вот соединений здесь, да? Ну, хотя теперь они возят, по крайней мере, вот на эти предприятия. И в принципе, ладно, пускай возят, так будет, наверное, удобнее. Так будет как минимум быстрее, потому что, как вы помните, перемещается по этой штуке очень малое количество единиц. И ладно, я надеюсь, что мы сейчас как минимум урожай не потеряем, и это меня уже радует. Слушайте, ну движуха началась, да, то есть задымили домики, нет ресурсов, отсутствует урожай. Ну сейчас тебя подвезут, подожди, сейчас тебя подвезут, тут есть немножечко урожая, ну сейчас, погодите, заполнится, вот эти ребятки одуплятся. Здесь топливо-то есть у меня, да подожди ты, топливо-то есть или что? А, ну все правильно, топливо есть, да, я просто не туда смотрел. Все, мы сейчас это развозим, соответственно, туда-сюда, на склады, не только на склады. Сюда пошло рабочих уже больше. Урожай есть, химикаты есть, сюда что-то пойдет. Все, дело пошло, значит, все нормально, я просто был неправ и каюсь, виноват, но исправляем ситуацию. Значит, что у нас по асфальту здесь? Асфальта много, я вижу, асфальт укладывается, сейчас проложим. А здесь бы какой-то асфальт, да, еще проложить, как вам такая затея? Но мне вот здесь опять же надо будет докупать за ресурсы, ой, за деньги точнее. Главное не тупить и выключать вот эту штуку, потому что я же любитель так делать. Ну вот здесь, например, за ресурсы сразу выключим. Вот, потом сюда куда-то проложим. И надо райончик заказывать, получается. Будем скоро рельсы укладывать, это все классно. Но нам нужно вот этих вот два дома. И мы сможем с вами прокладывать уже сами железную дорогу. Мне кажется, это прикольная тема, на самом деле. Слушайте, ну держимся. Вот я, несмотря на то, что у нас, видите, бежит в минус, мы периодически продаем какие-то куски там чего-то.
И мы держимся в одной сумме, это очень хорошо. Я думал, что, если честно, мы пойдем на дно по деньгам, но все-таки вроде справляемся. Мне бы город весь в асфальт укатать, да, было бы тоже классно. Так, из строек еще раз, асфальтовая дорога, два дома здесь, и то, по-моему, уже один, наверное, скорее всего. Да нет, тут еще надо подвести ресурсов, чтобы был один. Но они вроде справляются с этим успешно. Тут, смотрите, осталось кирпичей 16 тонн привезти и 9 тонн стали. И на этом как бы все полномочия, и то кирпичи вот уже подъехали, я так понимаю. Жалко, нельзя привезти на будущий, да, этап. Но вот это не совсем честно, то есть, а если у меня много машин уже подготовлено, и они такие, бац, все сразу привезли, и все, тупо автобусы гоняют людей, либо кран, и, соответственно, все это строится. Было бы нормально вообще. Но сейчас доделаем. Соответственно, доделываем вот это. Я думаю, это означает то, что нам понадобится больше людей, соответственно, мы включаем район и возим этих людей уже вот с этой остановки. Тут вопрос, конечно же, логичен. Удобно было бы, чтобы ездили автобусы через этот мост, но это никак не сделаешь в любом случае. Поэтому они будут кататься через этот. Но тут сейчас, видите, проблема транспорта, исходя из того, что вот это вот делается. И на самом деле особой никакой прям проблемы нету. Все вроде разъезжаются, пробок никаких не создается, это уже хорошо. Я вот теперь думаю, нам хватит с вами этих складов? И где вообще, погодите, ну-ка давай посмотрим за тобой. Вот ты везешь. Среднее поле, ничего. А нахрена тебе среднее поле? Погоди, ты где? Ты где? Что-то у меня тут неправильно работает. Ну-ка, погоди. Смотрим еще раз, выгрузка нигде не стоит. Только загрузка. Только загрузка. Так, и выгрузка в элеваторах. Ну, то есть, что-то они тупят. Ты вот откуда, интересно, приехал? Ну, смотрим, давай. Нет, он выгружает. Вот он выгрузил. Ну и чего еще дальше тебе надо, красавчик, давай. Двигай, двигай. Здесь уже склад полный. Поздно что-то сажать, это понятно. Склад полный. Ну ладно, вроде катают. Давайте так, как бы успокоимся, все нормально, урожай не будет потерян. То есть вот здесь уже как бы набирается, просто еще расходуется, вот в чем проблема. То есть вот эти господа, как бы они возят, видите, еще на производство, поэтому вот отсюда они не успевают вывозить. Я надеюсь, что сейчас разрулят эту историю. А я здесь подключил, да, я здесь подключил, то есть все нормально. Вот здесь пока что-то маловато, как бы они почему-то решают возить сюда в большей степени. Это странно. И, кстати, не все грузовики катаются, так что мы будем часть грузовиков вот эту продавать. И брать грузовики, хотя зачем продавать? Они что возят еще раз? Ну-ка напомните мне. Да, смотрите, пластик, электродетали, они могут отвезти, если что, одежду на продажу, механические детали. То есть, в принципе, все, что нам надо. Да не, все просто заработало, видите, и поэтому мы тратим сейчас больше вот этого вот всего пшена, или как оно там, урожай, в общем, нормальная тема, все хорошо, мне нравится. В общем, мы потихоньку разбираемся со всем, сейчас мы заимеем с вами скоро все ресурсы этой игры, ну, за исключением урана, конечно же. И, кстати, боксит, да, вот у меня вопрос, а для чего его использовать вообще? Наверное, алюминий нужен для строительства автомобилей, ну, для производства автомобилей, соответственно, то есть мне непонятно, если честно. Давайте еще раз глянем на машиностроение. А, вот у вас, пожалуйста, автомобили, но здесь нет алюминия, то есть здесь его просто нету. Открытое хранилище, импорт, алюминий, да, склад, импорт. Не понял я, не понял я, как-то ни хрена себе вот это заводец, ни хрена себе, вот это прикольно. И что надо делать с этим? Это надо строить. Слушайте, ну здесь как бы будьте здрасте, да, то есть сюда надо подвозить что-то, сюда надо подвозить как бы людей поездами походу. Открытый склад для автомобилей, маленький, большой, вот такой вот. Соответственно, и как я понял, нам для того, чтобы производить автомобили, блин, гребаная осень, нам нужно закупить еще чертежи этих автомобилей, тех, которых мы хотим производить. Потом мы можем уже, соответственно, построить автомобиль личного транспорта. Возможно, возможно, уйдет какая-то потребность в автобусных остановках. То есть я не знаю вообще, как это работает, но я предполагаю следующим образом. То есть мы с вами берем, например, делаем что? Мы делаем с вами вот такую вот большую стоянку, вот сюда. У нее есть тротуары. То есть ребята сюда приезжают, свою машину паркуют и идут на работу сами, просто по тротуарам. Соответственно, кого нет автомобиля, они ездят на автобусе, да, то есть, и, соответственно, тем самым у нас будет очень много машин на дорогах. Я пока не представляю, как это будет выглядеть, но я на это посмотреть очень хочу. Так, ну смотрите, что мы имеем. Мы построили с вами вот эту вот историю. Давайте мы тогда здесь немножечко добавим штукенцы. Я вот, наверное, вот это неправильно настроил. Значит, смотри, вот это что у нас? Пластиковый завод, правильно? Так, отлично. Пластиковый завод. И ты у нас загружаешь. Что назначено? Это здание уже назначено. Блин, теперь хрена тут разберешься. Липецк, Липецк, среднее, среднее. А где пластиковый завод-то? Элеватор большой. Вот, пластмассовый завод. То есть ты здесь загружаешь пластик, везешь его вот сюда. Хотя нет, погоди. Нет, давайте не так. Давайте на склад. Давайте на склад, а со склада уже реализовывать какую-то логистику по зданиям, да? То есть ты выгружаешь, загружаешь здесь, на складе ты делаешь выгрузку, соответственно, пластика, да? Ну, машинки уже сами там разберутся. И также я бы, наверное, брал бы отсюда химикаты, которые здесь бы загружал, понятное дело, и выгружал бы вот сюда.
То есть я могу вот так вот прожать, да, еще раз. Отлично. С этого склада мы уже будем распределять туда, куда надо, да? Что здесь еще надо? Здесь нужен пластик, сталь нам нужна, да? Сталь мы можем взять, в принципе, со склада. Блин, но здесь тоже вопрос, а сколько они с этой стали мне привезут? Погоди, а нет, так не получится. Не получится. Или получится? Нет, получится. То есть я беру вот отсюда и говорю вот сюда, да, получается. Да, получится, только вот эта машина этот сталь не возит. Погодите-ка, мне здесь сталь-то не нужна, мне сталь нужна. Или что, погоди, что происходит? Да не, все правильно, нужна мне там сталь, просто это грузовик не тот. Здесь нужен грузовик для начала еще один. Короче, тут сейчас будет таких маршрутов наворочено, я вам скажу, что это офигеть можно будет, и ничего будет непонятно. А где у нас, пожалуйста, какой-нибудь бортовой грузовик? Вот он грузовик. Давай, дружище, в принципе, зачем я на тебя щелкаю, если мне надо щелкать вот сюда? И еще раз смотрим, я просто удалил два вот этих соединения последних. Значит, вот это сталь у нас, да? Нет, это ни хрена не сталь. Вот это мы берем. Да, конечно же, сталь берем. И выгружаем вот сюда, получается. Здесь выгружаем сталь. Ну все, вроде разобрались. Заполнение склада 30. Не знаю, о чем речь. Наверное, здесь настраивать ничего не надо. Здесь просто надо возить. Ну все, получается. Химикаты мы сейчас отсюда возьмем. Сюда мы возьмем, соответственно, отсюда уже мы возьмем пластик, да? Я правильно понимаю? Ну-ка, дай-ка еще раз гляну. Слушайте, ну смотрите, здесь еще надо пластик выгружать, да? Я же правильно понял? Вот таким вот образом. И химикаты. Нет, химикаты здесь не надо, что-то я и придумал, да? Какой там третий ресурс-то? Можно мне как-то уже запомнить? А, ну химикаты, стали, пластик. Все. Так, стали, пластик, химикаты. Короче, все, запускаем. Потом будем проверять, насколько все правильно я подсоединил. Если что, переделаем вот эти все штуки. Но, тем не менее, я думаю, надо заканчивать потихонечку, потому что уже слишком много времени, так сказать, прошло. И мы сегодня с вами так поработали нормально. Не сделали не очень много, но... Все же хоть что-то. Что у нас здесь, кстати? Может быть, уже пора поезд будет запустить? Ну, такое как бы, да? Оу-оу-оу-оу, вы чувствуете? Это запах битума. Короче, отправим в следующей серии с вами немножечко поездов. Ну, точнее, один поезд, для того, чтобы он все-таки нам привез бабла. И в целом, наверное, разберемся уже с последней историей, с вот этой. Нам сейчас надо начать производить электродетали. Мы начнем прокладывать за свои бабосики, за свои ресурсы всю эту историю по рельсам. Попробуем вывести эти рельсы, соответственно, вот сюда. И уже тогда, наверное, попробуем продавать вот эти вот детали куда-то туда, за границу. А вот сейчас, кстати, дело пошло. Не знаю, с чем это связано. Возможно, народу стало больше и больше производят. Хрен его поймешь, короче. Ну да ладно. Тем не менее, мне все нравится. Ну, давайте на этом тогда получается и прощаться. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.